просто близкие мне по духу люди. Друзья, близкие, коллеги автора сборника «Рифмы жизни» Надежды Тановой собрались в региональной библиотеке, чтобы поближе ознакомиться с ее творчеством. А ознакомиться и с чем. 130 произведений сборника проникнуты романтикой, любовью, верой и оптимизмом. Они дают читателю надежду, заставляют думать, размышлять, подчеркнула специалист региональной библиотеки Евгения Люленова. Впервые в нашей библиотеке проводится встреча с нашей коллегой, поэтом, и это Надежда Дмитриевна Танова. Человек очень многогранный, неравнодушный, очень талантливый и очень одаренный. Надежда Дмитриевна открыта всему доброму, светлому. За годы поэтического творчества Надежде Дмитриевне удалось выработать свой авторский почерк, свой стиль. В стихах автор осмысливает свой жизненный путь, отражает его в литературном творчестве. Вышел в свет сборник прямо в преддверии Нового года. Моему дню рождения, мои родственники сделали такой подарок. Но, конечно, я мечтала его издать последние 5 лет, потому что пишу стихи на протяжении долгого периода, больше 20 лет, но времени, конечно, не хватало для себя, для того, чтобы все систематизировать, их отредактировать и издать. Ну, я благодарю, конечно, Бога и родственников за то, что удалось это. Старший научный сотрудник НИЦ Гагаузии имени Марии Маруневич Петр Пашалы знаком с автором сборника еще со времен учебы в Камрадском государственном университете, который Надежда Дмитриевна окончила в 1998 году. Она человек цельный, настойчивый, умеет доводить начатое дело до конца, активная и инициативная, отметил Петр Пашалы. Наблюдаю так немножко за творчеством, значит, Нади, за ее работой, за тем, как она училась у нас в университете, на нашем факультете. Я как раз деканствовал в то время и, значит, по мере силы и возможностей нашим всем студентам помогаем, чтобы они успешно защищались. И у нас тоже такие встречи с Надей были в процессе ее завершения учебы. Это очень ценно. Надежда Дмитриевна пишет стихи с юных лет. Это ее первый сборник. Она работает директором районной библиотеки города Тараклия. Полина Барбова, Григорий Ставилов, Артем Топал, ГРТ, Новости.